И всем привет, ребят, с вами Мегазука, Мегазука, и сегодня, как я в прошлой серии и обещал, в этой серии я покажу вам заставку Google Остров Чемпион. Вот такая вот она прикольная. Google очень старался. Обычно ее все скипают. Я ее сам даже не помню. Так вот, сегодня я покажу вам, как зайти в эту же игру. Короче, вам нужно будет зайти в Google и написать Google Остров, Google IE Iceland Champions September 5. Ну, можете просто Google Остров Champions. Тогда у вас не будет вот этого чувака. Ну, вообще, это не обязательно делать. Не обязательно, чтобы он был. Можете в любой момент, вы можете хоть когда все это делать. Пойдемте в красную команду, в которой я сейчас и нахожусь. Она находится на острове Онни. Не туда тэпнулся. Не туда нажал. Вот остров Онни. Если вы вступили в красную команду, то вы можете пойти вот по этому направлению. А если вы хотите поменять команду, то вам нужно зайти в настройки и начать новую игру. Вот. Я не буду ее новую начинать. У нас тут библиотека. Проходим дальше. Тут нас не пропустят. Что тут? Что вы тут делаете? Суету какую-то ведете. В зоне синхронного плавания доступны три разных трека. Ну, они просто дают такие подсказочки небольшие. И вот так можно прийти к самому большому. О, Лаки, у вас много говорят. Как капитан красной команды, я очень ценю все, что вы сделали для нас. Красная команда сейчас на первом месте. Продолжайте в том же духе, и красная команда победит. Кстати, как можно посмотреть? Вот. Сейчас красная команда выигрывает почему-то. Красным больше всего ходит. Я еще к синим никогда не заходил, да и не планирую. Не очень хочется мне. Сегодня мы попробуем получить хотя бы немножечко. Мы сегодня выполняем задание. И, в общем, попробуем пройти на истинную концовку. Ну, может, это мы сделаем уже в следующей серии, но мы хотя бы попытаемся. Нам еще очень много трофеев. Пойдемте разговаривать со всеми NPC-шками, которые здесь есть. Он нам ничего не может сказать, но ладно. Так, ладно, продолжаем. Извиняюсь за то, что сейчас сделал так. Ладно, бежим, вот, синяя команда сильнее всех, вообще всех, нет, олень, я больше не хожу в доки, я постоянно наступаю на разрушение, я постоянно наступаю на разбросанные стрелы, хорошо. Спасибо за инфу. Нам нужно найти леди кошку. Вот у него день рождения. Мама, где горная суперкошка? Она скоро придет, милый. Я хочу, чтобы она пришла сейчас. Простите, вы ведь чемпионка? Правда ведь? Правда?
Не могли бы вы поискать горную суперкошку? Она должна была вступать на день рождения моего сына час назад. Извините. Конечно! Большое спасибо. У нее фиолетово-золотой костюм. Понял. Идем в горы. Ну, потому что если она горная, то значит нам нужно идти в горы. В принципе, логично. Она будет на одном из выступов. Вот мне, кстати. Простите, вы ведь горная суперкошка? Нет. Правда. Пожалуйста, не заставляйте меня идти на вечеринку. Я просто няня. Я не настоящая супергероиня. Дети будут разочарованы. Быть героем не значит не бояться. Это значит идти навстречу своему страху. Знаете, а вы правда похожи на горный супергерой. Есть чем его исключить. Получается, мой супердевушке. Что? Спасибо, я сейчас же отправлюсь туда. А, хорошо, давай. Так. Исчез. Летучая мышь. Осторожно, в этих пещерах легко потеряться. Да вроде бы тут нельзя потеряться. Кстати, здесь вроде бы не проход, но проходим нельзя. Ого, давно я не видел, чтобы здесь кто-то был кто-то не местный. Кроме старой черепахи, которая пыталась забраться на вершину. Нам нужно эту черепаху найти. Но не по этому заданию. Жалко, здесь нельзя перекатываться. Даже если я не прилично, но это пещера. Хотя это считается за задание. Кстати, вот она черепаха. Здесь так хорошо. Какой суеты. Короче, если всех собрать их, то можно получить третье синхронное плавание. Правда, я одну не мог найти, и поэтому вот так. Вот так. Ну все, идем выполнять. Ну все, сейчас пойдем. Задание до конца. Да, выполняем. Вау, это же героиня, супер девушка, потрясающе. Без вас было бы не справиться, Лаки, вы действительно чемпионка. Я что, читал суперкошка? Не обращайте внимания. Я просто, не важно. Коты, они играют в шахматы, не будем вам мешать, коты. Суеты. Кончится нелегальная. Это же наши Лаки. Да. Привет, ты кто такой? Добро пожаловать в Дадя. Скалолазание. Тут немного все, тут по-другому все было. Тут какое-то сено было. Все поменяли. Мы победили в скалолазании. Фукро вернулся в Дадьо. Он слишком велик и прекрасен, чтобы зайти внутрь. Нам остается только любоваться им издалека. Фонарики на горе — это точка сохранения. На случай, если вы оступитесь и упадете вниз. Они просто советы дают по скалолазанию. Понятно. Пойдемте. А, тут с этим. Извините. За то, что нарушил ваш покой. А вдруг кошка заходит, извиняюсь, и выходит. Вот. Вот голову переворачивает. Ну да, совы так могут. Умеет он. Тысячи горячих источников и новое скалолазание. Но мы туда не пойдем.
Так, идем в скид этот на в город. Я забыл, как он называется. Ладно. Магазин. Вспомнил. Вспомнил про одно задание. Нет. Запись. Не пускать ли мне штаб своей команды? А вот. Спортзал. Так вот почему они такие быстрые. Они в спортзале сидят. Ребята, отличная работа. Молодцы. Куда делся Дай? Кого вы ищете? Мой новый ученик не пришел на тренировку. Он вечно ленится и увиливает от тренировок. Каких результатов он ждет? Я бы поискал его, но я нужна другим ученикам. Нужна? Это девочка, что ли? Тренировки важны. Я помогу его найти. Вот это подход победителя. Дайте обычно сидит лошечный на востоке. Побежали в лапшичную. Лапшичная. Привет, дайте. Ням-ням-ням. Простите, вы ведь дайте. Как кто интересуется? Вы же должны быть на тренировке. О, нет. Вы по поручению тренера. Она настойчивая. Тренер вас ждет. Пока вы здесь, прохлаждайтесь. Все совсем не так. Я бы с радостью потренировался, но я забыл кроссовки. Без них не потренируюсь. О нет! Где вы их оставили? Ням-ням. Где-то на марафонском. Даша. Он слишком далеко, чтобы они дизайнили. Это мы еще посмотрим. Ждите здесь, я их найду. О, здорово. Я сейчас с такой скоростью их принесу тебе. Где его кроссовки? Кроссовки. Тут должны быть кроссовки, дайте. Это должны быть кроссовки, дайте. Выглядит совсем новыми. Вернусь с ними в лапшичную. Ну да, он же не тренировался. Не рад. Он их специально там, наверное, кинул, чтобы не заниматься. Странно, почему их никто не нашел и не нашел этого еще. Дайте. Блин, куда я поехал? Ой, у меня еще проехало. Ну ничего. Вот, лапшичная. Ну все, я пришел. Видишь, какая я чемпионка? Какая быстрая. Ням-ням-ням-ням. Дайте хорошие новости. Кроссовки нашлись. Ох, это чудесно. Теперь можно идти на тренировку. Я бы рад, но... Ну что? У меня нет бутылки с водой. Без нее не потренируюсь. Поддерживать водный баланс, правда, очень важно. В бульоне с лапшой есть вода. Останусь здесь и попью. Я найду вам бутылку воды. Пойду спрошу в магазине.
Чики. Ладно. Есть. Один. Юг. Думает. Эта кошка не понимает намек. Слушай, я как бы игрок, я как бы все вижу, я как бы все знаю, то, что ты мне говоришь. Да, знаю. Это, конечно, он думает, и Лаки этого не знает, но если бы я ей смог рассказать, классно было бы. А вот и магазинчик. Здоров. Опа, дай воды, дай воды. Добро пожаловать. Чем могу помочь? Здравствуйте, мне нужна бутылка воды. Чудесно! Чудесно? Нам доставили слишком много бутылок с водой. Девать некуда. Берите сколько указано. Спасибо, мне нужна одна. Возьмите побольше, хотя бы 10. Ладно, мне не сложно. О, спасибо. Если нужно будет еще, возвращайтесь. Нифига себе подгончик. Блин, Лаки 10 бутылок с водой несет. И так быстро и может перекатываться. Класс. Кстати, когда мы входим, мы можем перекатиться. В случае. Ням-ням-ням-ням. Дайте хорошие новости. У вас теперь сколько угодно воды. Отличная новость. Можно идти на тренировку. Я бы сразу все, но... Ну что? У меня нет с собой счастливой банданы. Что за тренировки без удачи? О нет, где вы ее потеряли? Она упала в океан, и ее съела рыба. А потом рыба взорвалась. Ну и ну! Похоже немного на то, что он умрет. Да, жаль. Но она утеряна. Навсегда. Даже не пытайтесь ее искать! Хорошие новости. У меня есть запасная бандана. Она... Всегда со мной. На счастье. Но я с радостью подарю ее вам. Вы правда сделаете это ради меня? Конечно. Спортсмены должны помогать друг другу. Вы правда считаете меня спортсменом? Я только увижу на тренировках и ем лапшу. Лапша дает энергию для спорта. У вас все получится. Спасибо, что верите в меня, Лаки. Прямо сейчас отправляюсь в зал. Фига себе, с какой он скоростью туда телепортируется. Ну да, это было бы сложно сделать. Код, чтобы все еще и могли двигаться. Краб. Краб вроде бы живой, кажись. Вот и не знаю, что вы ему сказали. Тудайте никогда так не старался. Ох, ради таких моментов и стоит быть тренером. Уф, раз, два, раз, два. Уф. Молодец, Дайки, отличный рывок. Спасибо, тренер. Да. Повезло. Повезло чуваку. Коту. Кому еще можно подойти заради задания? Что это такое? Он про тайный пляж. А, ему у него задание есть. Я забыл то, что у него есть задание. Где же оно может быть? Что случилось? Я не могу найти одну очень важную книгу. Могу подкляться, что в книжном магазине она еще была у меня. Не могли бы вы помочь найти эту очень важную книгу? Для меня книгу. Конечно! Спасибо! Если найдете, никому ее не показывайте. И просто принесите мне. Вон там, это, кстати, книга с секретиками. Не помню, где... А, вот, должно быть. Да.
А вот и книга. Ага, кажется, это та самая книга. О, внутри списка. Любовь моя, и так скучаю. Встретимся сегодня ночью на секретном пляже. Только ты и я. Нужно вернуть книгу владельца. Меня не видно, потому что я невидимка. Не знаю, желтые какие-то шизанутые. Они думают то, что их не видно, но их видно. Ладно. Кстати, это ссылка на влюбленных под мегалоту. Моя книга! Скорее отдайте! Слава богу, даже не знаю, как вас отблагодарить. И, кстати, хотите, я покажу вам отсылку на Бангалур? Кто не знает, это игра в 2018 году была сделана Google. На День Святого Валентина. Игра, кстати, прикольная. Советую вам поиграть. Вот, кстати, он. Не обращайте внимания. Не обращайте на меня внимания. Я просто жду кое-кого особенного. Ну ты же говорил, он похож на них. Там тоже был оранжевый. В остров чемпионов. На Google Остров чемпионов очень много пасхалок. Что-то, у других видов спорта есть свои тадзё. Но кидзумоны предпочитают бегать на воздухе. А я сидеть в душном помещении. Вместо него у нас большое дерево. Маньяк. И нам здесь нравится. Отсюда можно добраться до любовной точки пляжа. А, да, любовной. Любой. Точки пляжа. Ну ладно. Но, кстати, ее... Я только что нашел! Я могу третье синхронное плавание только что открыть. Ну, не только что, могу открыть. Привет. Тебе нужно доски принести. Добро пожаловать в мою мастерскую. Новый чемпион. Я полагаю, сюда редко кто заходит. Кидзумоны всех отпугивают. Как видите, я занимаюсь резьбой. Для этого мне нужна древесина, которая прибывает к берегу. Я хочу начать работать над новым проектом, но колени меня просто убивают. Можете помочь мне и принести древесину? Хорошо. Отлично! 3 кусков будет достаточно. Какая-то фигня, какую-то непонятную штуку она строит из дерева. Ну, ладно. Вот одна. Ура, нашла первую. Не знаю как-то. Вот и второй. Осталось найти еще один. А раньше их тут не было почему-то. Он вроде бы на тайном пляже. Не да. То есть тут им именно обязательно надо отдать этот хлеб. Если не отдать, то мы просто не сможем. О, кстати, надо к этому пойти. Чучку. За него. Осторожно, вы чуть на меня не наступили. Ой, простите, я вас не заметила. Не заметила? Самого богатого и великого... И влиятельного краба на острове чемпионов? Не может быть! Идите отсюда, киса. Я пытаюсь решить, куда выложить средства. Ты быканул? Или мне показалось? Ну ладно, я добрая, поэтому я ухожу отсюда. Извините, случайно зашла, не хотела вот сюда зайти.
Вдруг. О, какие замечательные кусты дерева. Я уже что-то вижу. Что же это? Дракон или изгиб? Изгиб панциря черепахи? Нет, это что-то гораздо лучше. Пора приступать к работе. Вот мое величественное, мое величайшее творение. Это же я. Это что? Я? Вау, это такая честь. Мне нужно еще долго тренироваться, чтобы соответствовать этому шедевру. Это вроде бы вы как две капли воды. Идеально сделаны. Если мы моргаем тут даже. Если посмотреть, то Локи моргает. А еще у него походка странная. Такая, тык-тык-тык-тык. Большая. Куда, блин? У меня почему-то этот открывается. Знаете, что если зажать и нажать... А, понятно. Почему? Понятно, почему у меня это так делается. Так. Я, возможно, за одну серию не успею все сделать. Так, пойдемте еще одно задание выполнять. Давайте еще два задания выполним и на этом серию закончим. Хотя, можно постараться и на больше. Может, тебе надо тебе стрелу принести? Нет, что же мне делать? Что случилось? Короче, я просто буду пропускать все это. Потому что мне я просто хочу больше, больше, больше. Я хочу быстрее просто победить. Ну, быстрее все найти и чтобы серию немного растянуть. Хотя серия и так растянута. Ну, чтобы что-то сделать больше серии. Больше всего сделать серию. Ну, больше чего-то сделать в серии. Тут получается так. Привет, кролик. Привет, дурак. Идиот. Я тебя пробил. В принципе, логично, ничем не отличается. Боже мой! Нет, не берется джойстик. Здесь тоже можно идти. Это типа для инвалидов. Прикольно. Что выполним одно. Ну, короче, будем искать и зеленые, и синие стрелы. Тут их нет. Ну, вот еще одно. Так сверкает. Здорово.
Надо было одну стрелу найти, ну ладно. Ну все, вроде бы все стрелы я собрал. Смысле 5. Я нигде 5 не вижу. Где она? Может тут? Нет, их тут нет. Тут тоже нет. Может тут? Нет, тут их нет. Как выйти? Я застряла. Ничего тут нету. Нету пятой стрелы. Или я их не могу найти. Может, она тут одна? Вот она. Да, точно. Сделали парочку заданий. И идем к одной. К одному такому человеку. Ты не ты случайно? Я не помню уже. Дудл игры. Сейчас очень быстренько таким загоняем к этому. Ну, короче, если вам интересно, что они все говорят, то... от замков. Интересно, как она потом отсюда выйдет. 500 замков каждый день открывать. Тиана не собирается это, наверное, делать. Надо все исследовать, прежде чем выходить. Бой сюда уже больше никогда не зайду. Не зайду. Не смогу зайти. Ладно. Клац. Закрыто. Она на 500 замков все закрыла, ну и ладно. Что у нас тут? У тебя есть задание? А! Ой, извини, ухожу. У него аллергия на кошка. Может, на кошачью шерсть? Нельзя? Ну ладно, не ладно. Угу. Ну,
Не знаю, я не понял, что он там говорит. Я даже почти не читал. Просто решил поговорить. Просто было чуть-чуть интересно, что он мне скажет. Что у нас тут по трофеям? И трофеев у нас осталось. Двенадцать трофеев. Побежали к этим 12 трофеям. Побежали вот сюда. Тут постоянный дождь. Надо все домики очистить, обосмотреть. Вот тут будет задание одно. Надо избавиться от ветра, тенг, и выполнить вот это задание. Идем к тенгу. Он спит. Что вы тут делаете? Всего вверх. Ваш верх так и притягивает взгляд. Он просто прекрасен. У вас хороший вкус. Всем нравится мой верх. Некоторые даже пытались его украсть. Из-за дождя не очень хорошо видно плащ-невидимку, но его можно заметить. Я, правда, очень долго искал, но он все-таки там есть, в бамбуковом лесу. Вот тут, где-то в таких местах. Вот он, кстати. Ага! Что, вы меня видите? Сияние... Сказала мне путь. В чем смысл плаща невидимки, если он светится? Это даже не ваш плащ. Зачем вы украли его у Тангу? Чтобы напугать Пизамуна на марафонском пляже. Мы всегда там подшучиваем друг над другом. Это не повод красть. Все, плащ. Бери сюда. Надо было на себя надеть. Надо было на себя плащ надеть.
Да, да, я избранный. Что-то мы как-то мало все говорим. Просто я не считал, я просто ждал. Так, тут чувачок, который просто... Дождь, да, прекрасный дождь. Он, его нужно увезти в город, Тануки, потом еще дальше. И дождь пройдет тут вечно. Дождь. Ну да. Сам апгрейд этому не помешал бы без дождя. Дождь убрать. Теперь нужно найти билет. Или купить его. Или взять, или найти, я не помню. Опа. Ты что, думаешь, я не смогу зажечь? Не хочу. Я делаю испытание. Я прохожу и тут. Мне нужен билет. Тоже котик. Лапшичный снизу идет акция. Где лапшичная? Вот лапшичная. Снизу лапшичный. Проводится акция, что снизу где это? Тут что ли? Да нет, вроде бы. Может тут, ну, навряд ли. Тут нет.
Это вообще нормально, то что я прохожу сквозь стену. Это лаки крутая, конечно. Надо переспросить еще раз. Может, тут? А, нет, тут челик. Стегни еще раз. В лапш... Именно в лапшичной. Понятно. Вот лапшичная. Я сказал, вот лапшичная. У тебя есть? У вас есть билетик? Да, я кошка Лаки. Такая улыбка классная. Гордится собой или хвастается. Что? Теперь к этому... Чучку, к этому... Пацанчику нужно прийти. Не понятно. Чучку. Ура, дождь прошел. Рум, рум, рум. И тут просто этот. Ну ладно. Я просто делаю это, чтобы показать вам, чтобы знать то, что я прошел. Сюда можешь прийти. Ну тут, в принципе, ничего не будет. Чего тут не будет? Ой. Идем в этот. Почему эти кнопки вернутся в центр? Странно. Так, идем в трофейную. И думаю, на этом мы закончим видео. Так, нам совершенно чуть-чуть осталось. Нам 9 еще этих осталось. Сейчас мы, получается, сделаю еще один. И, возможно, я успею сейчас еще сделать один. Еще один. Какой-то непростой, ну, не сложный. Квест. Про штаб синей команды. Ты чё, мышка? Ладно. Здесь же желтая команда, да? Нет. Здесь что это такое? А, это скейтбординг. Вот чувачок вот этот. Ладно. Идем вниз. Мы довольно-таки быстро все проходим.
За вторую серию мы почти все прошли. Это прекрасно. Да, ничего, можно зайти. Как вам нужно? Но у меня же есть билетик. А, к тебе надо. И сейчас идем за этим. Да хотя там просто этот скейт-парк новый, следующий. Дайте сюда в плавание. ФНФ какой-то. Хапа. Могу даже показать, где все находятся. Да. Блин. Ну что, погнали смотреть. Первая находится на... Ну, понял, на беге. Вот тут. Идем дальше. Следующая находится в городе Тануки. Нужно пройти вот по этой тропинке. Тут видно Капа. Капа. И вот такая вот черепаха. Блин. Теперь приходим вот сюда и говорим с черепашонком. И возвращаемся в этот город. Проходим сюда. Заходим. И будем. Блин. Она не будет почему-то. Ладно, пойдемте за третий. Ну, ладно. Следующая находится вот здесь, вот в горах. Но мы к ней уже ходили. Видели ее, но так все. Нет. Идем наверх, в пещеру. Идем вперед, заворачиваем, выходим и идем к этому склону. Приходим вот сюда. Опять к этому черепашонку. Найдите туда. И теперь точно с уверенностью идем к третьей сестре. Вот он. Тут должна храпеть. Спать. Здоров. Прошу прощения.
господи, это посерединке. Надо не посередине. Ага, ну да. Во. Уважение. Все, идем. Приходим. Катимся. Прикатились. И все, я в третьем плавании не был. Час будет идти. Я ж не должен дать вам час смотреть. Все, блин, уже поздно. Уже час он дойдет. Я тут час сижу. Неудобно. Мне удобно. Да. Привет. Все. Теперь можно идти. И посмотреть. Наверное, ну давайте побежали. Побежали смотреть, что там. Что там у нас происходит. Ну все. Все, семь осталось. Семь осталось. Все-таки то было задание. Возможно, я уже два выполнил. Ну ладно. Думаю, следующая серия уже будет заключительной. Ну что ж, с вами был я, Снейк Воздуха. Или же 22К Снейк. Снейк 22К. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.